Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня я нахожусь в магазине Кюхенленд и предлагаю вам прогуляться вместе со мной. Посмотрим товары на распродаже, а посмотреть есть на что. И если вам интересна тема домашнего уюта, обязательно оставайтесь вместе со мной. Также, если у вас нет стационарного магазина Кюхенленд, не переживайте, у магазина есть интернет-магазин, и там есть раздел «Распродажа». И также есть товары, представленные на Озон, может быть, в меньшем количестве, но они есть. Так, вижу что-то интересное. Чайные пары, цена 2393 рубля. Это за две чайные пары. Ух, как они мне нравятся. И форма у них такая современная, очень стильная. Ну, просто красота. Также не забывайте подписываться на мой канал. Кнопочка будет внизу. И проявляйте любую активность, комментарии, лайки приветствуются. Большое спасибо вам за это. Возвращаемся в магазин. Вижу классные салатники. Цена 793 рубля. Это цена за два салатника. Вы только посмотрите на эти цвета. Зеленый цвет и песочный. Природные цвета. Очень красиво. Мне нравится. И нравится фактура. Как выполнен салатник. Очень много тематического декора, тематической посуды осенней, ну просто невероятные их тыквы. Так, а это что-то необычное, блюдо на ножке, выполненное как будто бы из металла, очень красиво переливается на свету. Так, разные статуэтки декоративные и конфетницы. Этот огромный еж стоит 695 рублей. Так, белка — это блюдо декоративное, можно что-то выкладывать у нее на хвосте. Какая невероятная ваза, очень красивый коричневый цвет. Так, и кувшин мне нравится, он, кстати говоря, давно представлен на распродаже, но, видимо, не находит своего покупателя. Кроме посуды с осенним декором, есть также базовая посуда, коллекция ветви вижу здесь и коллекция полевые цветы. Салатник 493 рубля и внутри у него также есть рисунок. Мне нравится такой элемент. Тарелки суповые 893 рубля. 893 рубля это за две тарелки. Тарелка обеденная. И тарелка закусочная 893 рубля, а также в наборе две тарелки. Кольца для салфеток, очень симпатичные, это гранаты с листьями. Так, цена, сейчас с вами посмотрим. Посмотрите, какие они классные. Так, цена 343 рубля, а тарелка с ежиками 1253 рубля. Боже, как это мило. Мне очень нравится. Я изначально подумала, что это какая-то базовая, обычная белая тарелка, но потом увидела ежей. Много представлено на распродаже из коллекции еж, чего здесь только нет. Вижу еще одну пару колец для салфеток. Это вот такие интересные ежи. Осенние цвета здесь используются. Смотрится симпатично. И подставка под горячее 193 рубля. Мне кажется, хорошая цена. Каждая подставка упакована вот в такую коробочку. Но качество, как видите, есть вопросы. Есть сколы на краях, хотя эти товары не были в эксплуатации. Невероятно красивая коллекция. Называется «Цветочная оранжерея». Особенно мне нравится это блюдо с бортами. Такая посуда сейчас очень популярная, и мне она нравится. Подставка под кружку. Посмотрите, какая она красивая. 193 рубля. Очень мне понравилось это сочетание цветов. Хочется уже весны, хочется уже цвета, яркости. В общем, очень-очень-очень красиво. Так, салатник 493 рубля. Внутри также рисунок, внутри цветы. Симпатично выглядит. Можно также купить отдельные предметы. И также есть сервиз. 7693 рубля. Здесь 19 предметов. То есть целый большой сервиз. 893 рубля. Тарелки
наборе две тарелки. Так, а здесь груша, очень популярная в прошлом году, и какао-боб, 795 рублей. Чайный сервиз на 6 персон, здесь 12 предметов. Тыквы, коллекция тыквы. Очень нравится солонка и перечница, а также вот эти невероятные просто блюда. Даже, знаете, что-то накладывать в них и этот рисунок закрывать не очень хочется. Хочется просто любоваться, так это красиво выполнено. А здесь подставка под горячее, 493 рубля. Опять-таки, этот осенний рисунок, осенние тыквы, ну просто произведение искусства какое-то. А, кружка. Осенняя, добавит осеннего декора в ваш интерьер. Так, что здесь есть еще интересного? Сейчас все с вами рассмотрим. Эти товары уже достаточно давно на распродаже, поэтому на них так детально не останавливаюсь. Пойдем дальше с вами. Очень много разных форм тыкв и приятные цены. Например, вот эти огромные тыквы стоят сейчас 1993 рубля. Тыква поменьше 993 рубля, есть разные цвета, разные формы, блюдо в форме тыкв 1193 рубля. Или, например, вот такое блюдо с крышкой, здесь материалы керамика и бамбук. Мне кажется, сейчас можно здесь найти очень много предметов для подарков. Эти тыквы не оставят никого равнодушными. Интересно, что они придумают на следующий сезон, какую осеннюю коллекцию. Также много товаров на распродаже посуды для приготовления. Но здесь хочу сказать, что, как правило, посуда в магазине Kitchenland нельзя ее мыть в посудомоечной машине. Мне кажется, это такой существенный факт. А здесь просто заклеилось на эти емкости для масла и уксуса. Обычное прозрачное стекло, но эти невероятные стильные носики просто меня влюбили в себя. А, так, блюдо для запекания разного диаметра. Диаметр 11 сантиметров, 343 рубля. А побольше уже 543 рубля. Много подобных блюд есть в магазине «Фамилия». Так, масленка 893 рубля. И здесь у меня вопрос, насколько вот такая форма масленки. Она удобна. Глубокий контейнер большого размера. Для меня масленки это блюдо такое плоское основное. Кажется, оно удобное. В общем, если у вас есть что-то подобное, отпишитесь, пожалуйста, в комментарии. Будет интересно почитать. Так, соль, перец. Есть вот такие мельницы на распродаже. Черного и белого цвета. Цена 493 рубля. Здесь показываю изъяны, которые есть уже на товаре, который не был в эксплуатации. Это такая распространенная, к сожалению, история в магазине Kitchenland. Очень сильная овощечистка. Но когда я смотрю на все эти красивые товары, я вспоминаю свои покупки из магазина Kitchenland. И, знаете, вопросы есть к качеству. Напишите также в комментарии, часто ли вы покупаете что-то в Kitchenland и как вам качество. Может быть, это просто мне так не повезло и стоит попробовать еще что-то купить. В общем, буду рада, если оставите обратную связь. Вижу лимонадник в стиле минимализма, ничего лишнего, цена 1393 рубля. Мне кажется, хорошая цена. Так, коллекция рыбы, наверное, как-то так называется, она мне не очень как-то зашла. И невероятно популярные сейчас салатники вот такой формы. Но это, кстати говоря, здесь написано, что ваза для фруктов. Вот это самая большая, по крайней мере. И поменьше, да, это салатники. Невероятно популярная сейчас форма. Знаете, почему-то мне напоминает сказку «Снежная королева». Какой-то головной убор у нее был очень похож на эту форму салатника. В общем, у меня такие ассоциации. Сам же салатник невероятно красивый, очень переливается на свету. Есть разные цвета. Прозрачное стекло вот такое в коричневом цвете. И какой-то такой фиолетовый цвет, наверное, это. Разные салатники. Просто разбегаются глаза. Вот такой зеленый салатник, очень красивый, полупрозрачное стекло.
А здесь увидела салатники, и визуально кажется, что они из пластика. На самом деле нет. Снаружи матовое стекло, внутри глянцевое. Но вижу на них какие-то царапины. В общем, да, не очень. А мне понравилось то, что я вижу. Так, здесь разные блюда. Давно они, мне кажется, уже на распродаже. Так, эти тарелки стоят 693 рубля. Так, вижу гаджеты. Посмотрим, что это такое. 693 рубля. Это ручной измельчитель, а второе это антимоскитная лампа. Даже не знала, что такие существуют. Следующие товары на распродаже. Переходим к следующему стеллажу. Здесь вот такая красивая тарелка с какой-то китайской росписью. По крайней мере, у меня такие ассоциации. Доска для сыра. В комплекте здесь сама доска и вот этот нож специальный. А сверху кашпо и колокольчик. Это уже просто декорация. Колокольчик стоит 995 рублей. Кашпо 543 рубля. Также все продолжает быть на распродаже коллекция ландыши. Так, вижу красивую салфетницу. 693 рубля. Слушайте, отличная цена. Это пластиковый бокс. Деревянное блюдо красивое. Так, а это хлебница. Внутри у нее есть ткань. Банки. Так, сито. Кружка сито в красивом таком золотистом цвете. Мне очень нравится. Ну, и есть классический хром с крышкой. Цена аналогичная. 693 рубля. На распродаже есть также домашняя одежда. Ну, как мне кажется, домашняя одежда. Есть платье в цветочек, но цена у них, даже с учетом распродажи, космическая. Сейчас посмотрим с вами. 3500 рублей. Но учитывая, что здесь 90%, 90, наверное. Так, сейчас посмотрим. 95% полиэстер. Не очень приятная на ощупь. Поэтому я так быстро прохожу мимо этого стеллажа. Цены завышены, на мой взгляд. Очень красивые подушки, приятные, мягкие такие, знаете, бархатистые. Но это не распродажа, это какая-то новая коллекция. Ну, так, для сравнения вам показала, сколько они стоят. Очень красивые. В магазине также есть небольшой уголок с фурнитурой. Мне нравятся эти черные ручки с асимметричными краями. Но сейчас вам покажу вот такую историю. Смотрите, даже на камере видны сколы, царапины. В общем, качество плохое, откровенно говоря. Так, а здесь текстиль. Текстиль, вот такие салфетки новогодние, очень уютный новогодний рисунок. Они сейчас на распродаже. А дальше я не поняла, где-то вообще не нашла цену я. Возможно, еще в процессе, поэтому не смогу вас здесь сориентировать. Ну, по отдельным только позициям. Например, шикарная скатерть, размер 160 на 160 сантиметров. Называется «Зимняя ягода». Название такое прям красивое, уютное. Мне очень нравятся эти красные ягоды. И на этом хочу закончить свой обзор невероятными сервировками от Кюхенленда. Заметила, что очень много такой базовой посуды, сдержанной, и акценты в виде цветов, просто каких-то невероятных, нежных, красивых. В общем, спасибо, что провели это время со мной, и до встречи в новых видео. Пока-пока!